Оренбургские девушки продолжают тосковать по салонам красоты, которые теперь закрыты. Если одни выкладывают в сеть видео уроки мейкапа своими руками, то другие относятся к этой проблеме с юмором. Как, например, эта блогер из областного центра. По словам девушки, она спокойно обходится и без косметолога. Недельку, месяц, другой подождать, ничего ж не стоит. Я вот, например, спокойно могу без салона. Мужчины более суровы. Днем они носят на руках своих избранниц и учат их правильно использовать противогаз, а уже вечером усаживаются с удочкой на берегу ванны. Фото этого оренбуржца – главный хит выходных, но и это не предел. Соседи с перфоратором больше не актуальны. Этот любитель пения своими слушателями сделал целый микрорайон. Внутри квартир в это время полным ходом идут танцы и спортивные игры.